Добрый день, меня зовут Лесенок Евгений, я руководитель сети Viking Touristic. Сейчас для вас я нахожусь в Таиланде, регион у нас Паттайя, отель Ренессанс. Мы его сейчас с вами посмотрим, сейчас я в лобби в главном нахожусь. У нас здесь будет обед, покажу, что дают на обед и номера. Собственный аквапарк, маленький такой. Есть джакузи, вы видите, судя вот по этим пузырькам. Прямо в бассейне бар. $31.22, пул вилла. Покрытие у нас тоже здесь, судя по всему, плитка. Да, плитка. Есть второй этаж. Это у нас второй этаж. Большая кровать с окном на море. Плазменный телевизор. Это гардеробная. Сейф. Гладильная доска, утюг, тапочки, халаты. Что же у нас еще в шкафу? А ничего. Очень на высокой высоте находится душ. Тропический. Большой балкон. А, еще на первый берег... на первый береговой. И у них еще, собственно, здесь, видите, есть бассейн. Сейчас спустимся его посмотрим. С видом на море. Шикарный вид. Балкон. На первом этаже бассейн. Шезлонги. Большой угловой диван. Все для того, чтобы можно было отдохнуть, расслабиться. Здесь проходят обеды и завтраки, судя по всему. Kids Club. Друзья, если вы хотите в этот отель, обращайтесь, я буду рад вам помочь организовать поездку для отдыха в Таиланд, в любые отели, которые здесь есть. Вы можете найти мои контакты снизу в описании. Звоните, пишите, буду рад вам помочь отдохнуть. Барные стулья с двух сторон. Одни на суше, другие в бассейне. One они bed говорят, suite. Что они... Значит, здесь у нас... Из двух комнат состоит, видите, прикрывается дверью одна комната. В первой комнате висит плазменный телевизор, кресло-качалка прямо в номере. Это круто. На балконе тоже хорошо, но можно и в номере. Большое кресло, кровать. Здесь у нас есть небольшой туалет, зона для еды. И тут у нас большая king-size кровать. Еще один плазменный телевизор здесь есть, кресло. Большой балкон. Также гардеробная отдельно у нас большая. Здесь видим сейф. Гладильная доска, утюг. Халаты, тапочки. И тут же мы попадаем с вами со спальни прямо в ванну. В ванную комнату. Здесь у нас вот такая красивая ванна. Отдельно есть еще душ тропический. Весы, полотенца. Ну, все как в предыдущем номере. Большое зеркало. Привет.
Не к чему здесь придраться в этом типе номера. Все сделано на высшем уровне. Все очень хорошо. Мне очень нравится. Чисто, аккуратно, все в таком минимальном стиле. Чтобы себя здесь чувствовать комфортно. Если вам надо еще больше номеров, пожалуйста, connection. Увеличивайте номер. Ну и смотрите, какой здесь еще балкон большой. На размер всей комнаты. Двух комнат балкон. Вот он, ресторан для обедов. Там, который первый мы смотрели, был для завтраков и ужинов, а этот только для обедов. Смотрите, какой классный стол. И вот он, пляж. Номер 223, делюкс. Так, тип номер у нас здесь делюкс, еще раз повторю. Покрытие, плитка на входе. Номера красивые, чистые. Это все-таки ренессанс. Ванная комната. Есть все, что нужно. Весы, полотенца, фен. Вода для чистки зубов прямо в ванной комнате. И здесь у нас, смотрите, есть душевая кабина и плюс... И плюс вот такая штука, душ тропический. Окно прямо в спальне, connection room есть. В этом типе номера нету балкона. Кровать, видите, здесь одна побольше, вторая чуть-чуть поменьше. Большой диван, я думаю, можно здесь сделать спальное место. Большой плазменный телевизор, ну все, короче, по высшему уровню. Крутой отель, мне лично очень нравится. Вид из окна на дорогу, которая идет на Паттайю. Кондиционер здесь центральный. Это мини-бар, чайный уголок, набор игрушек. Все это платно. И холодильники у нас, если открою. Ух. Конечно же, сейф есть. В шкафу халаты. Тапочки. И вуаля, гладильная доска и сам утюг. Это круто. Ну и здесь такой нормальный фен, полноценный, большой. А то обычно они во всех отелях такие малютки, которыми волосы не высушишь. У нас сейчас здесь будет обед. Открытая кухня. Вы сразу видите, что вам готовят и как. В прайс-листе указаны две цены, шеринг и регуляр. Шеринг – это порция поменьше, и регуляр – это большая порция. Чокаться не надо. Так, что нам здесь дают? Томатный суп с вот такой греночкой. Это у нас на второе. Вот что нам дали на десерт. Вот смотрите, как... эффективно поглощается. Мы пообедали, все было вкусно, не впечатлило, конечно, ничего такое, не могу сказать, что там вау, круто, обычная вкусная европейская еда. Правда, вот десерт был очень вкусный, интересный, ну и чашечка кофе. В каждой стране есть птички-ворюги, которые еду воруют. В Болгарии это там чайки громадные, а здесь вот такая вот. 10.24. Это тип номера Deluxe Sea View с балконом уже. Он немножечко отличается от предыдущего. Покрытие здесь мы тоже видим, плитка. Ванная комната один в один такая же, как и в соседнем номере в Deluxe. Все то же самое по размеру. Только дверь, по-моему, открывается наружу, а там открывалась внутрь. Также есть connection room. Но вот видите отличие какое. Здесь нету дивана. Большого дивана, как в том типе номера. Здесь у нас стоит небольшое кресло, два кресла, вот одно, вот второе, и прекрасный вид на море. Отель удобно расположен, он на первой береговой линии, недалеко от Паттайи, в 2 часах езды от Бангкока. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.